Всем привет! Всех приветствую на своем канале. Сейчас поменяем резину, зимнюю резину. Снимем и поставим летние тапочки. Итак, снимаем колпак. С такой вот большой отверткой при ее помощи. Давайте посмотрим, что с этой китайской резиной. Я на нее делал обзор. Там посмотрите, кому интересно, в плейлистах. Гоформа китайская. 2 года она уже у меня ходит, второй сезон. И протектор, ну вот, сами видите, как новый, может быть, миллиметр. Стерлась максимально. А так резина хорошая, мне нравится. Ну и ставим эти тапочки Континенталь 245 на 40, 17. Так, вот такой ключик понадобится, шестигранник, чтобы открутить колпачок, колпак. Thank you.
сейчас в таком порядке поменяем все остальные три колеса. Вот сразу какой дерзкий вид. Ну, ничего, неплохо смотрится. Покатаемся на лето. А вот и переобулись, одели лето. Вот такое вот лето сейчас. Кстати, напишите в комментариях, как вам Омега на таких дисках и с такими тапочками. Сорок 17. Покатаемся лето на этих тапочках. Вот такие вот тапулечки. Ну, я не знаю, вид, по-моему, немного пободрее, чем на зимнем железе. Вот так вот. Такой вид. Ну а зиму уберем на хранение до следующего сезона. Я не знаю, кто-то там писал, что вот это вот гофрофуфло. Плохая резина, Китай не резина. Да я что-то не ощутил такое. Наоборот, что Китай лучше, чем даже сейчас корейские, европейские аналоги. Вот она, резина, два сезона прошла. Посмотрите, протектор. Чё? Россия бы отходила так две зимы? Нет, конечно. Ну, или вернее, я думаю, что нет. Как был протектор, так и есть. В общем, эту убираем на хранение до следующего сезона и катаемся на летних тапочках. Вот такой вот обзорчик. Ну и до следующих видеороликов. Кстати, напишите в комментариях по поводу зимней резины и как смотрится Омега на летних тапочках. Все, всем пока, до новых видеообзоров и подписывайтесь на канал.